Ты просто едешь. Мимо. Хай, гайс, я так понимаю, мы будем сегодня что-то типа, короче, тренировать нубов своих опять. А, нет, смотри, пока я нормальный. А я что могу делать? Блин, я так давно в Roblox не играла. Вообще, господи, ты так со мной давно не играла, знаешь почему? А потому что было лето, ты тусовалась на улице. А, да, я была на улице. Смотри, я могу бить. Сейф зоны. А, я нахожусь сейчас в зоне сохранности. Тут меня никто не может ударить, ничего. О, это такое? Эскалатор. Ну что, может, друзья, поднимемся, йоу. Мы пойдем. О, нормально. Ну что, нормально, да? У папы заела песня. ОССОС. У мальчика стресс. У мальчика стресс. О, давай вот этого. О, ничего себе, я его отлупасил, смотри. Он валяется теперь. Смотри, что я буду делать. Давай так. А что? А что я не падаю? Ты просто едешь. А ты можешь спрыгнуть отсюда? А что будет, если я спрыгну? Вот именно. А ты не можешь. Да господи. Да бездарь ты такой-то. Да падай же уже. И что, я застрял навечно, что ли? Ой, как будто бесконечно. О, все, мы на земле. Какие-то странные лестники. А вот это очень высокая лестница. Вот это лестница падения. Короче, на нее нужно сначала забраться наверх, а потом с нее нужно вот так как-то упасть. Боже мой, я боюсь уже. Вот эти тетеньки, давай я ее врежу немножко. Что? Простите, что стало со мной? А, я просто кашлянула, и он коронавирусом заболел от меня. А, и умер. Да. Я понял, спасибо. По-моему, ребятки, папа что-то там потыркал, когда мы умерли, и там какая-то красная такая полоска, и такая... И я очень испугалась. Мне широко открылся рот, потому что смотри, я какую увидел лестницу. Крутую. Это лестница, я думаю, да. Это горка. Это лестница-горка, господи, тут какие-то танцули идут. Тут ребята снимают на ТикТок видос, что ли? Можно с вами, ребята? Вы возьмете меня с вашу банду? Что нужно делать? Говорите. Они, они перед зеркалом, реально? Подожди, я тоже хочу, между прочим. Как мы можем танцевать? Радио. А мы можем включить радио. А как мне танцевать? Что, тут они бьются уже, ладно, пошел я от вас. Пойдем куда-нибудь залезем. Да. Давай все-таки залезем вот сюда наверх. Я хочу на нее попытаться забраться. Долго. Почему? Или она электрическая? Но она реально высокая. Я хочу с нее скатиться попытаться. Ты почему кашляешь? Объясни мне. Не знаю. Забираемся. Сейчас, короче, заберусь. Она почти вертикальная. Какая вертикальная? Она почти стеклянная какая-то. Видишь, какая она высокая, прям вот такая почти. Да. Короче, ребят, сейчас мы на нее поднимемся наверх, да, потом, короче, скатимся. Спустимся вниз, и я вам покажу, что будет. Вот так. Ой, ребятки, что я наделал? Господи, боже ты мой. Я оставил человека без костей, по-моему. Ты понимаешь, что я... знаешь, хочу в какую игру поиграть? Это моя, наверное, любимая Roblox. Калечим человека. А, где падаешь и ломаешь кости? Да. Да, прикольная игра. Мне, кстати, тоже нравится. Помните, если вы ее, то помните, то ставьте лайк. А я сейчас буду калечить себя, потому что, знаешь, вот я доберусь до самого верха, и потом споткнусь об лестницу и такой... Ой! Как полечу! Будет ржака. Все, кстати, я добрался. Мама. О май гюднис, пипец, там если упадешь, то все, костей не соберешь. Нельзя совмещать вот это и это, а я совмещу. А, смотри, а здесь еще и горка какая-то есть стеклянная. Так ты же хочешь с горки скатиться? Really? Нет, я хотел со ступенек скатиться. Можно? Нет, давай с горки. Да блин, ну я хочу со ступенек. Со ступенек будет более эпически, понимаешь? Нет, все, пойдем. Посмотри, ребенок не желает этого видеть. Так, ребенок, что ты все портишь мне? Смотри, я такой иду. Хотя давай со ступенек. Не, ну ты раньше надо было что-то сделать. Да, пойдем назад просто. Слушай, такая горка прозрачная. Прозрачная? Мы бы клево с нее скатились, между прочим. Йоу. Sorry, Хайдер. О май гад, дин. Так, смотри, вот я, короче, вот так. Я такой, смотри, такой, я стою такой, говорю. Оп! Господи! Оу, щит, оу, бам, оу, рели, господи, как же больно, тиш. Он как мертвая рыба. Ну как, я живой, как ты думаешь? Смотри, я веселенький. Нет, ты такой.
все, я нормально, все, я смотри, я жил. Теперь я хочу пойти в этот дом. Посмотри. Зачем? Это твой дом? Да, давай посмотрим, что в этом доме есть. Мне прям интересно. Все, что угодно. Почему они такие здоровые? Объясните мне. Может, надо прокачиваться как-то? О, это какая-то хата, смотрите. Хата на отвязи, ребятки. Чей-то комп? Я долблю чей-то комп. Опа, тут это есть лестница на крышу. Вау, really? Вау, я сижу на кровати, а почему не сплю в ней? Так, чувак, только не бей меня. Смотрите, ребята, я могу стать титаном за 150 рублексов. Давай станем большим, смотри. Ну, давай. Мы сейчас превратимся в большого. Но. Почему я до сих пор маленький? В холодильничке могу что-то взять? Блок секулу дайте мне. Почему я до сих пор маленький, объясни мне. Не знаю. Смотри, тут есть телек. Можно телек посмотреть. О, пусть говорят, показывают. Смотри, Андрей Малахов идет. Что ты смеешься? Ты не знаешь Андрюшу Малахова, что ли? Может, Даня Милохан? Милохан? Или, например, ну, может, Моргенштерн? Что? А, я понял, как я должен стать большим. Смотрите, как? Я должен умереть. Можешь так. Блин, what the shit, почему я до сих пор маленький? Почему эта девочка большая, а я маленький? А, я понял, мне нужно умереть дважды. Теперь-то я вырос или нет? Нет. Как нет? Йоу, камон, за что бабосы охвачены? Посмотри, какая. Офигеть, громила просто. Не, подожди. Ой, кто-то летает там. Блин, ребята, да я должен был большим становиться. Что а что они там делают? А, тут смотри, какая-то пушка есть, можно что-то взорвать, да? Пап, смотри, что он летает? Как он летает? А за счет чего он летает? Давай себе зарядим. Господи, боже ты мой. Да что ж ты, куда ты летишь? Сейчас, подожди. Ой. Нет, я хотел в стену. Зачем я это сделал? Посмотри, какой я. Да стой же! Остановись! Яй. А над нами звезды пролетали. Ну а мы летали и летали. Я знаешь, как в невесомости в космосе, да? Как ты в самолете летал, а потом, господи, куда я лечу? Я летаю, я в раю. Что? Что происходит, Крейг? Ты выше и выше поднимаешь. О, посмотри, это чепуха какая-то. А, может, ты сейчас долетишь до самолета? О. Ей. Ребята, а там какой-то самолет, смотрите, реально. Оттуда пару шутись какой-то падает. Это уже просто какая-то игра Fortnite. Господи, он что, будет разбиваться? Что со мной происходит? Куда я лечу? О май гарабл, Данила. Кажется, тут климат какой-то странный, потому что должно быть наоборот. Ну ладно, я сделаю Нет, не Почему? Надо, давай долетим до самолета. А как мы до него долетим? Может, мы упадем? Просто прыгни. Я пытаюсь, понимаешь? Ой. Оу, щит! Мне понравилось! Мне понравилось летать, давай еще раз. Ой. У меня ноги сломались. Я попытался встать, но они не ходят. Ой. Господи, иди такой. Смотри, я иду такой. Ой. Ударился головой об стену, об землю. Я не знаю, почему я не расту. Блин, я хочу на тот самолет. F, может быть? О, что? Кого побоксировать? А? Нет, не меня же. Зачем меня? Подожди, а что еще? Мама, как ей? Кто? Не надо нам. Яй! Не надо нам никаких ей, чувак. Давай лучше станцуем танцульки, йоу! S-O-S-S-S-S-S. Мальчик стресс. Мальчик стресс. Не, камон, сейчас мне один раз долбанут. Я, кстати, брейкс-данс могу танцевать, смотри. О, смотри, я могу медитировать. А это что я делаю? Я летаю? Я в раю? Да уж. В сумасшедшем раю. Смотри, что я могу. Сальто. А как бы мне стать нормальным? Не, ну просто нормальным. Можно я могу нормально ходить? Пожалуйста, вообще. Да не надо мне эти сальто делать постоянно. Ладно, буду вот так ходить. Здравствуйте. Я куколка вот такая вот. Ага.
И также, наверное, о, как я забираюсь на лесенку. А руки повисли такой, только ножками. Только ножками, да, мы только ножками двигаемся. О, что? Ой, это господи, зеркало. Это зеркало. Я испугалась. Не говори, ты что тут делаешь-то? А, смотри, я куда-то иду. Тоже так же. Я такой, и все нормально. Смотри, как мы... Батл. Мы, короче, на ТикТок снимаем. Понятно. Ну, правда, дайте мне нормальным стать. Все, умер. Зачем ты с ним делаешь? Ну, я хочу быть нормальным. Без вот этого вот. Что это такое? Опа, это что за башня? Смотри, Милан, мы здесь еще не были. Ей! Ну, перестань. Почему ты меня бьешь? Придерживайся лучше. На кошках. Короче, смотри. Папа, ты не понимаешь это. Что я не понимаю? То, что мы с ребятами хотим набрать 10 миллионов подписчиков. А у нас еще только 7. У нас на FFG TV вообще-то еще даже 5 нету. Поэтому нам бы надо 5 набрать, потом 6, потом 7. Блин, а точно. Ребят что-то не подписываются. Надо бы подписываться, ребятульки. Угу. Многие из вас-то не подписаны. Блин, как добраться до этого здания? Камон, ребятки, как сюда зайти? У тебя такой сзади. Ты меня хочешь ударить? Не надо этого делать. А, вот дверь, смотри, я иду прямо в дверь. Вау, really? И что дальше делать? А, посмотри, тут выбили окна. Господи, боги ты мой. Да хорош бить его уже. Я же сейчас тебя тоже, махина, вот так вот. Вот на тебе. Такая игра прикольная. Так, чувак хочет сальто делать. Он сальто сделал, прикинь. Кто, давай, ты? Да, давай мы тоже что-нибудь замутим. Прыгнем сальтом. Простите! Он просто любит жить. И такой, опа, приземлился, как ниндзя прям. Ой, смотри, ой. Саня, не надо, Саня. Ага. А знаете, что я еще тут обнаружил? Тут еще есть, короче, игра Джинга Бум. Вон, видишь? Мы ее, походу, сейчас будем как-то пытаться разбивать. Бассейн. О, а еще есть прыжки в бассейн. Вообще крутяк. Так, давайте прыгнем в бассейн. Басик, хочу басик. Зачем ты плаваешь без басика? Так, самую вышку берем высокую и прыгаем. И умираем. Ты думаешь? А можно на ней пиу-пиу делать, нет? Как прыгать в бассейн? Прыг. Ну такое себе, я вам скажу. Пап, давай полетаем. Пойдем разобьем башенку. Пойдем разобьем вот эту вот джинга-бум. Нет, пойдем разобьем вот ту башенку. А, вон ту стену? Да. Давай. Такой, знаешь, гигантский труп валяется. О, смотри, тут еще пушечки. Так мы можем прям джингу стрельбануться и джингу разбить. Это вообще будет прикольно. Отвечаю тебе, смотри. Йоу, камон, Данила. Ты подожди, crazy. Только... You crazy. Нет. Я не так хотел. Я хочу в джингу. А, давай в стену. Ну, давай. Только попробуй сначала встань. Да, блин, поднимись же уже. Что происходит, простите? Куда я полетел? Смотри, тетенька ходит тут, и я такой летаю. И ей. Господи, куда я полетел? Ой, ну, да. Мне это нравится, явно. Ой, все, приземлились. Нет, пойдем в башеньку, да круче. А что, ты не хочешь стену? О, смотри, построилась. Давай, да, давай. Бегом, быстрее. Так, красная стена. Надо, чтобы она стала не красная или красная? На красную, наоборот, в нее надо целиться. Быстрее вставай. А, да? Бегом. Да нет же, Милана, блин. Опять эта штука. О, все, я трупак какой-то. Сейчас, подожди, сейчас ты будешь летать. Просто прыгни, пытайся встать. Как я летаю? Как он так летал? Сам как-то нажимаешь? Не знаю. S-O-L-S-S-S-S. О, вот эта лестница тоже прикольная, мы на ней не были. Стену пытаются разбить. А-а-а, я понял, в нее надо несколько раз пулять. Падает, давай, мы сейчас тоже должны разбить. Камон, стреляем. Нет, спина не падает. Ура! Мимо, сальтушка. Ой, опять вот это вот. Что? Не знаю, то он летает, то не летает. Что? О, опять, что это я сделал? Ой, давай в дженгу попробуем. Господи, бред какой-то. Давай в дженгу. Давай в дженгу. Идем к дженге. Ну, не знаю, давай подойдем, посмотрим, что за крутилка-вертелка. Так, зелененькая кнопочка. Нажать? А, ага, на нее заползти надо. В смысле? К
тебе прицепиться надо, на тебя нажать надо. А, нажать надо, нажать. Нажимаем. Ой-ой-ой. А куда она взялась из твоей прически такой? Так, нажми для того, чтобы меня куда-то вышвырнуло. Ага, ну давай. Раз, два, три. Ну это не интересно. Ну так себе. Не, давай еще раз. Я хотел, чтобы меня вверх подкинуло. Да, я тоже. Ну-ка, еще раз. Вот, это швыряет уже так нормально. Опа, опа, опа. Все, давай. Ну, давай. Раз, два. Раз, два, три. Три. А что, так можно было? А если, допустим, это делать вот так еще при этом? Почему ты не делаешь? А что ты не делаешь? Ну-ка давай, лети. Все, разбейся. Опа. Вы видели, как я сделал сальтец? Ай-и-ай-и. Что делать надо с Дженгой? Так, тут там опять летает. На меня кубик не упадет, я надеюсь. Ты такой, а знаешь, такой, бежишь, пинг-стон. А, смотри, ее надо разбить. Господи, мама мия. Ай, кубики уже падают. Я тут самый маленький. Боже мой, как стать большим? Да не знаю, я купил себе. А, все, мне сейчас огреет кубики. На меня падает башня. По приколу. А, все, засыпало нас полностью. И ты до сих пор делаешь сальто. Да, это, кстати, странно, не кажется тебе? Так, что тут еще можно поделать? Так, мне кажется, то, что мы еще не забирались ни на куда. Ни на куда. Угу, понятно. По-моему, мы еще вот на вот эту лестницу не забирались. Она какая-то здоровучая, могучая и наверное, пахучая. Возможно, пахучая. Вот не чую, понимаешь? Не чуешь? Да, вообще не чую. А-а-а, типа а нужно прыгнуть в какую-то дырку, я так понимаю, а, да? А, и там, кстати, горка еще какая-то, офигеть. А как ты прыгаешь? Really? А как вообще дальше-то? Может, надо... А-а-а, вот как надо, господи, нет! А нет, пойдем мы сбоку зайдем, может, надо залезть на эту штуку. А это что такое красное? Я говорю, пойдем сюда. И что там будет? Надо посмотреть. Может, надо полазить по этому аватар? Красному. А, слушай, а есть телепорт, каньон. А, я могу сразу перемещаться куда-то. Каньон на каньон. А это что такое? Так, обе есть какой-то, смотри. Вау. Где ты? А, тут даже есть обе. Я переместился на... Зелененький человек, что ты делаешь? Так, короче, давай попробуем пройти и не упасть. Ну, мне кажется, это легкая обе. Ну да, такая легкая карта. Смотрите, как мы ее на изи вообще проходим. Да! А! Она толкает нас. Я понял, со стрелы. Так, чувак, ты... Да, вот ты сам уйди отсюда. Ты мне сам мешаешь. Все, я пошел от тебя подальше. И что будет, если мы пройдем? Нет, нет! Ой, я айпад сбила. Зря ты айпад била. Лучше бы ты меня била. Ой, что такое поднимается? А, эти были. Лестницы, эти мы были, да. Так, что еще есть телепорт? Лобби слайд. А, ну давай прокатимся на вот этой горке. Так можно было не мучиться. Да реально, а что заходить? Просто взял, телепортировался. Вот это вообще круто. Давай, падай. Раз, два, три. Слушай, а скорость такая приличная, правда? Что? Головешка не прикручена. Куда? Я сейчас куда-то вылечу. Блин, что за зависонок? Давай. Вправку. Отлично. Зашибись, мне понравилось. Ой, да. Горько, конечно, отпад. Я бы на ней орала все, пока я ехала. А он такой... Тебе еще на по лестницам тут косточки поломай. А что еще? Так, это что такое? Где я оказался? В здании, здании. А, в здании. Где мы еще с вами не были? Плинку. Что это? Что это такое? Плинку. Стой, пап, сделай опять в здание. В здание, так. Это скипи, наверное. Вот это. Да. Пап, так. Смотри, сделай режим сальто. Так, режим сальто. Угу, я понял, что ты хочешь сделать. И прыгни со сальто. А, ты хочешь, чтобы я сделал назад сальто, да? Три. Раз, два, три. Он просто любил жизнь. Этот парень делал сальто. Всю жизнь. А еще он летал вот так. Как привидение. Ну что, друзья, я думаю, мы с вами сегодня прикольно и здорово повеселились. Подписывайтесь на канал Funny Family Games. Ставьте лайкосик. Всем удачи. Всем пока-пока. Йоу!